С 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года в Казахстане усилят ограничительные меры. На это время в стране запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, включая новогодние утренники и праздничные корпоративы. На месторождении Тенгиз усилят ограничительные меры до стабилизации ситуации. Планируется снизить цены на антиковидные лекарства в розничной сети в среднем на 24%. При этом с третьей четверти для выпускных классов предусмотрят комбинированное обучение, при котором 70% предметов преподаются в традиционном формате, 30% дистанционно с соблюдением санитарных требований. Кимом необходимо оперативно принимать ограничительные меры в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Отдельно необходимо обратить внимание на качественную санитарную обработку, подготовки прививочных пунктов вакцинации.